Поселок Ильский 30 июня отметил юбилей 155-летия. Жители и гостей поселка встречали шикарные фотозоны и празднично оформленная площадь. Торжественное мероприятие началось с театрализованной сцены. Затем выступили хореографические хоровые коллективы. Со словами поздравления к собравшимся обратился глава поселения Николай Головко. Дорогие мои земляки, разрешите мне от имени администрации, от себя лично, от всего сердца поздравить с этой замечательной датой 155 лет образования нашего родного поселка. Пожелать каждой семье благополучия, каждому из вас мирного неба, чтобы наши дети, внуки, правнуки были счастливы, здоровы и свободны. Люблю вас, с праздником! Станица Ильская была основана в 1863 году в числе первых населенных пунктов, возведенных на земле черкесского племени шапсуков. Казаками-переселенцами из упраздненного Азовского казачьего войска, казаками станет Черноморского войска и украинскими крестьянами. Ильский – самое старейшее поселение в Северском районе. Прекрасная дата, прекрасный юбилей, прекрасный поселок и прекрасные люди живут здесь, которые любят и ценят свою малую родину. Всем низкий поклон, кто любит станицу, кто любит поселок, кто любит наш район, нашу Кубань и нашу великую Россию. Безусловно, главное достояние поселка – его люди. Благодаря им хорошеет поселок, и в этот день чествовали всем миром – долгожителей поселка, ветеранов войны и тыла, юбиляров семейной жизни, заслуженных работников разных отраслей, успешных выпускников, молодоженов и новорожденных жителей поселка. Награждение чередовалось с яркими концертными номерами. Для многих поселок Ильский стал родным местом и самым дорогим уголком, особенно для людей старшего поколения. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость, здесь выросли их дети, подрастают внуки и даже правнуки. Несмотря на глобальные изменения в стране, трудности и нерешенные проблемы, они не изменяют своей малой родине, живут и работают, справляют свадьбы и воспитывают детей. Такой праздник, такой день сегодня хороший. Так что поздравляем, всем здоровья крепкого желаем. Счастья, здоровья, счастья, чтобы детишки у них росли. Чтобы веселы все были и здоровы. Поздравляю всех земляков, жителей поселка Ильского с этим праздником, 155 лет. Дай Бог еще три раза подольше, чтобы он просуществовал, расширился, народу чтоб прибавилось. Ну и всех благ. Забывай, как пламя зарница на кубанской щедрой землей. Строительство новой школы под особым контролем главы района. Вот и сегодня рабочий день главы муниципалитета Адама Джарима начался на объекте модуля школы номер 43, где прошло совещание по вопросам завершения строительства. Глава района Адам Джарим подчеркнул, что времени остается мало, необходимо завершить все работы в срок и смонтировать оборудование. К открытию, которое планируется уже 1 сентября, территория должна быть полностью облагорожена. Новая школа станет доступной и удобной для всех детей без исключения. Молодежный фестиваль «Неформат», посвященный Дню молодежи России, прошел в поселке Афипском. Вечером на площади возле Дома культуры было многолюдно и по-настоящему жарко. Здесь собрались не только молодежь, но еще совсем юное подрастающее поколение. Присутствующих ждали развлечения и сюрпризы, игровые программы, выступления творческих коллективов района и популярных молодежных исполнителей. С поздравлениями выступила первая заместитель главы района Марина Науменко. Молодость – уникальная пора, когда весь мир открыт перед тобой – и ты хочешь и можешь изменить его и сделать лучше. С Международным днем молодежи! Гордитесь тем, что вы родились в великой стране. Разрешите мне, дорогие ребята, дорогая молодежь Северского района, передать поздравления с этим днем от главы муниципального образования Северский район Адама Шахметовича Джарима и пожелать, храните в душе и сердце теплоту и доброту. Торопитесь сделать добро. И, конечно, храните и приумножайте те традиции, которые передали нам
поколение победителей, поколение ветеранов Великой Отечественной войны, которые сделали все, чтобы сегодня было мирное, ясное солнце над нашими головами. Первый заместитель главы муниципалитета вручила благодарственные письма за большой вклад в реализацию молодежной политики на территории района, поддержку молодежных инициатив и активную жизненную позицию. Молодежь представляет будущее нашего государства. Проведение такого мероприятия, как фестивальный формат, показывает, что наша молодежь активная, целеустремленная, талантливая и что у нее есть альтернатива пагубным привычкам. Веселая музыка, хорошее настроение и зажигательные танцы царили здесь на протяжении всего вечера, а настоящий фурор произвела пенная дискотека. Молодость – это когда весь огромный невероятный мир в твоих руках, много возможностей и сил. Это когда много впечатлений и времени для их осуществления. И современная молодежь идет смело, без сомнений, прямо к своей самой большой, заветной мечте. Кто сильнее в жиме лежа? В минувшие выходные на площади Северского дома культуры прошло первенство Северского района по силовому жиму лежа. Соревнования посвящены Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и собрали спортсменов разных возрастов и весовых категорий. Стоит отметить, что соревнования являются традиционными и привлекают к участию не только парней, но и представительниц прекрасного пола. По итогам соревнований тройки лучших спортсменов из каждой весовой категории были награждены грамотами и ценными призами. Победителями же в категории до 67,5 кг стал Егор Язловецкий, в категории до 75 кг Владимир Овчинников. Дмитрий Радченко победил в категории до 100 кг, а свыше 100 кг победу одержал Роман Исаев. Среди девушек победу праздновала Виолетта Богданова. Thank you.